Давайте так, как выпустили Юлию Тимошенко. За два часа взяли и выпустили. Без всякой процедуры, без всяких комитетов. Настаивайте в зале, чтобы Гройсман выставил на голосование это законопроект. Безусловно, будем настаивать. Точно так же, как мы настаиваем уже неделю, что должна Гонтарева прийти на отчет. Ее не видим, к сожалению, в повестке дня это просто не включен. Будем настаивать. Заберите деньги на пожертвование. Лекарство пожертвуйте, пожалуйста. Человек на лекарстве лежит. А как его там зовут? Скажите, пожалуйста, товарищ народный депутат, вот только рыбалка, вы только что обсуждали в Верховной Раде закон про льготный бизнес и включили его в повестку дня. Господин рыбалка, обратите внимание, обратите внимание. И включили вы закон про льготный бизнес в повестку дня сегодня, без обговорения. Так почему нельзя внести наш закон? Я не вся Верховная Рада, не отвечаю за все законы, которые есть. Раз, два. Этот закон уже был в повестке дня, и вчера был на погоджувальной раде. И депутаты сегодня после погоджувальной рады проголосовали за его включение. Есть процедура. Изучайте мою часть. То, что зависит от меня, я сегодня соберу комитет и звоню всем депутатам и сделаю все возможное, от меня невозможно. И не надо меня брать на голос. Я с вами вместе здесь живу утром, днем и вечером.